Всем привет, с вами Блейдер Чам. Сегодня ролик, возможно, выйдет коротким, потому что я решил провести довольно интересную битву. Давно у меня не было Shark Age, и он врывается обратно на мой канал против новенького Хеллчейна. В целом, я смогу его контролить при запуске первым, и ролик выйдет нормальным. Погнали! Уху, как классно выбил сейчас Хеллчейн Shark Age 1-0. Прямо-таки впечатал его в оверфиниш. Первый раунд позади, на очереди второй. Пока, кстати, Хеллчейн действует отлично просто. И косой запуск против Shark Age шикарно работает. И вот уже 3-0 в пользу Хеллчейна. Итак, третий раунд. Смотрите, как Хеллчейн просто действует. Да, Shark Age наклонился, мог бы взорвать. Но, видимо, не предвидится такого расклада уже. И 4-0. Но Хеллчейн прям очень хорошо действует, реально. Тем самым четвертый раунд. Ну что делаешь, Хеллчейн, просто? 6-0, ребята, 6-0, ну это просто вау. Shark Age на самом-то деле очень мощный, но Хеллчейн пока ему вообще не дает возможности что-то сделать. Вот сейчас какая возможность имеется, но Хеллчейн пока Shark Age немножечко после атаки в дисбалансе, он просто берет и додавливает. И уже 7-0 в пользу Хеллчейна. Что творится? Я такого вообще не ожидал. И мы все время Хеллчейн стать первым. Вау. Вау. Вот это было прикольно. И Хеллчейн все равно забирает. 8-0, так еще и такой крутой мув был от Шарка. Давайте посмотрим еще раз. Ну и возможно последний раунд. Но все же Shark Age не мог уйти так просто. Взрывной финиш и счет 8-2. Погнали, может Shark Age сделает. Чуть-чуть повезло, и счет становится 8-4. Ну что, дожмет ли Хеллчейн? Или все-таки Шарк сейчас сделает что-то невообразимое? Но если сейчас взорвет, будет интересно. Ну, счет тем временем стал 9-4. Хеллчейн прям в миле шажочки от победы. Ну и погнали дальше, смотреть, что будет. Стало. А мог взрывать, но похоже нет. Нет, Shark Age вот так вот бесславно проиграл 10-4, практически ничего не смог сделать. А Хеллчейн у нас на уверенности эту битву забирает. Ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.